Космос – это место, где находятся планеты и Солнечная система. Я думаю, то, что космос – это большое пространство, где находятся галактики, Солнечные системы, звезды и разные планеты. Там, где планеты и где черное все. В нем находится много галактик, наша Солнечная система. Еще наша Вселенная, она может, она каждую секунду удлиняется на 100 километров. Чтобы выжить в космосе, надо быть в скафандре, в теплом скафандре и с большими запасами воздуха. А какие планеты вы знаете? Змея. Забыла. А первые летели в космос Белка и Стрелка, две собаки. И скафандр должен быть просторным и не должен быть очень теплым и не очень холодным, потому что в космосе в одной стороне может быть холодно, а в другой жарко. Я думаю, Млечный Путь – это когда звезды собирается в небольшую космическую пыль. На некоторых планетах очень холодно, на некоторых очень жарко, и там невозможно выжить. Некоторые исследуют планеты и туда прилетают и исследуют их. Ставят домики и там чуть-чуть живут. Первым у нас идет Венера, вторая Юпитер, дальше наша Земля. Жуль, ты это, как бы, ты ошибся. У нас вторая Венера, а первый Меркурий. Инопланетяне, как по-вашему выглядит? Ну, они зеленые. Или голубые. Еще наша Вселенная, она бесконечна.